У актера и слова пацана появились проблемы. На днях кто-то слил сеть ролик с тусовки, где главный герой сериала о жизни простой Леон делает некрасивые вещи с какой-то особой. Леон. При этом самому актеру 15, а ей чуть меньше. Из-за чего актеру пришлось записать кружок с объяснением, чтобы не стать чушпаном в реальной жизни. Ника, я с ней знаком, ничего не было и с этим всем распространением. А полный ролик с тусовки в шапке канала.